Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня мы в магазине Победа. Это тоже эконом-магазин, эконом-класса. Давайте посмотрим, какие цены. Биогумус 115 рублей и грунт универсальный, торфяной 39 рублей. Так, какой из них? Вот один только вижу, правда. Также в продаже имеются семена. Цены приемлемые. 7 рублей, 8 рублей и 9 рублей. Так, вот такие цены. Кстати, когда-то я искала арбузы. Весной не могла их найти. Здесь вот есть 16 рублей. Дыня 13 рублей. Редька. Так, вот колхозница дыня. Так, тыква. И еще арбуз сахарный малыш. Даже несколько сортов имеется. Так, вот это вот семена. Перец острый огонек. Я брала маленькое чудо перец. Тоже очень классненький. Посадила в этом году. Так, имеется капуста. Семена. Сибирская серия капуста. Сибирячка 16 рублей. Вот, смотрите. Цветная капуста 14 рублей. Так, вот смотрите, 15 рублей брокколи можно купить, посадить. И также лук. Такие цены. Так, а вот это вот, смотрите, парники. Парник эконом. Удачный урожай. В сборке 4 метра за штуку 498 рублей. Ну, в светофоре тоже имеется, но там другая конфигурация немножко. Поэтому вот смотрим здесь, какие шланги. 383 рубля. 20 метров. Перчатки 85 рублей с пластиковыми когтями. И также имеется побелка. Сам себе агроном. Для садовых деревьев 1,5 килограмма. Так, вот такая побелочка. Так, лук 69 рублей. Репчатый ризен. Штутгартен ризен. Так, торфяные горшочки 31 рубль. Вот такие есть галошики тепленькие. Так, они 259 рублей. Так, здесь смотрим. Игрушки и одежда. Давайте посмотрим посуду. Тоже люблю здесь брать иногда. Вот такая кружка 63 рубля. На 330 миллилитров. Такой нежный цветочек здесь. А вот, смотрите, с маками красиво. Я сейчас достану ее. Так, давайте вот это сюда уберу. А с маками достану. Тут спрятали красивый. Вот, с маками. Смотрите, как красиво. А? Очень классненько. Да, симпатичные кружки. Так, стопочки вот такие маленькие. 9 рублей 80 копеек. Вот такая кружка детская. С детским рисунком. 50 рублей на 200 миллилитров. Тоже симпатичные. По 39 рублей можно купить кружки. Просто стеклянные. Форма интересная. Досочки по 46 рублей. Ковши по 385 рублей. 399 кастрюльки. Какие же цены. Но здесь вот как-то я брала очень хорошие контейнеры. Их можно было и замораживать, эти контейнеры. И в то же время их можно было в СВЧ печь ставить. Но пока я их таких не вижу. Они компактные, маленькие, аккуратные. Друг на дружку устанавливались как-то. Удобненько было пользоваться. Такое мыло. Так, а цены где у них? А вот внизу цены 26 рублей. Мыло это 57 рублей наборчик. Вот такой вот очень хорошо пахнет. 26 рублей. Твердое туалетное мыло. Кто пользуется, пишите. Так, о, смотрите, гель для бритья 99 рублей. Так, а здесь что, станки 42 рубля. Не знаю, хорошие или нет, светофоры плохие вот.
Мыло земляничное 12 рублей. Осенний вальс. Так, а это с ромашкой 21 рубль. Бережное очищение с природными травами. А вот есть дегтярное мыло 18 рублей всего лишь. Так, и вот как-то я здесь брала, смотрите, вот это вот для снятия лака жидкость 27 рублей. 100 миллилитров. Да, хорошенький. А также имеется хозяйственное мыло, вот такой кусочек. 14 рублей 200 грамм. Так, а это что? Ой, 11 рублей цветочное мыло. Помню, у бабушки раньше такой был среди белья для аромата. Банное мыло 27 рублей, натуральное мыло. Так, вот, это что такое? Против пятен 32 рубля. Да, в этом в светофоре тоже против пятен появилось мыло. Кто следит за моими обзорами, посмотрите, сравните цены. Где дешевле. Так, белизна имеется в продаже 19 рублей. Бутылочка. Кстати, в светофоре опять белизна пропала в больших трехлитровых бутылях. Так, ну вот здесь вот 29 рублей. А, нет, это вот ролик очищающий такой. Так, а здесь запасные ролики. Пемолюкс 49 рублей. Посмотрите. У меня мама такой любит. Пемолюкс сода. Такие цены. Самфор 69 рублей для туалета. Так, давайте посмотрим горшочки. Почем? 36 рублей горшочки. Ну вот, смотрите, вот разные кашпо. Двухлитровые 35. Вот это вот я брала для орхидей. Очень выгодная здесь цена в Победе. Так, вернель. Вот этот вот вернель розовенький, он лучше пахнет, чем желтенький. Так, интересно, сколько здесь. Здесь изысканный французский аромат с миллионами разглаживающих частиц. Суперконцентрат. Так, сколько он стоит? Так, вот здесь вот нужно смотреть. Вот вернель кондиционер. 179 рублей. На литр 200 159 рублей. Такие вот цены на вернель. Ну, тут их несколько видов, конечно. Так, салфеточки. А, вот здесь вискас. Почем он? Внизу 16 рублей. Давай, бери. Ну да, бери. Нормальная цена. А то в ленте, ну, раз бывает по 20 они. Ну, у нас восятка старенький, он так такой есть. Так, давайте посмотрим яблоки. Почем? Красненькие, хорошие яблоки. Так. А цена на яблоки 63 на все? Так, 63 рубля за килограмм. Ну, здесь вот, смотрите, немножко другой сорт. Так, двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, что есть. Лук 24 рубля, репка. Ух, какой крупный лук, смотрите. Да, хороший лук. Морковка 27 рублей. Картошка 54. Редька 33. Свекла 27 рублей. Так, вот эта картошка уже, это старый урожай, 27 рублей. Хурма 139. Но вот здесь красное яблоко написано 86 рублей. Это вот это, наверное, 63 рубля. Апельсины 55 рублей. Но есть вот такие маленькие, есть побольше. Ой, они такие странные формы. Так, мандарины 55 рублей. Так, бананы 79, но они здесь зеленые пока еще. Огурчики 74. Томаты 135 рублей. Так вот, помело имеется 129. Капуста пекинская 79 рублей. Чеснок 179 рублей. Вот у меня уже свой чеснок уже засох, а это вот привозной. Так, капуста 13,50. Ну и давайте посмотрим, какая рыба имеется в продаже. Так, вот очень люблю я здесь брать лепешки. Так, нет, это не то. Это не то.
два вида. Вот. Вот такие лепешки мне нравятся. Ну, не знаю, здесь что-то какие-то уже разобрали остатки. Не знаю, так. Но когда вывозят свеженькие, очень мне нравится. Давайте посмотрим рыбу. Треска 195 рублей. Вот она. Кита 319. Ну, вот цены, смотрите. Это что, скумбрия? 165. Хек 249. Я вот хек люблю. Минтай. Ничего себе. Минтай 239. Ну, это, наверное, филе, да, точно. Навага 109. Так, ну, мы сейчас что-нибудь возьмем. Путасу 79 рублей. Камбала 117. Кальмары 185. И минтай, вот, ну, обычный минтай 102 рубля, да. Пикша 185 рублей. И форель 529. Ничего себе. Так, крабовые палочки 29 рублей. Так, давайте посмотрим. Так, хек. Где тут хек? Сейчас будем разыскивать. Этот, наверное, хек, да. Здесь 1 килограмм. Килограмм 249 рублей. Так, вот сейчас, наверное, возьмем. Да, что-то здесь всего небольшие упаковки по килограмму. А в прошлый раз я смотрела, были поменьше упаковки. Там три рыбки. Три рыбки мне больше нравится. Получается, в два раза дешевле. А это что такое хек? Да. Большие упаковки хека сделали. Почему небольшие сделали? Ну, хорошая она, свеженькая такая. Так, нет, я большие упаковки не хочу. Так. Здесь что? Так, вот, может, кальмаров здесь сегодня. Так, это что? Кальмары? Кальмары. Что тут навешали? 74 рубля. Маленькая здесь упаковочка. Взять, что ли, на 74 возьму. У меня еще дома треска имеется. Все-таки рыба, она тоже необходима. Тем более сейчас авитаминоз. Не хватает каких-то микроэлементов. Так, здесь давайте посмотрим. Сахар 219 рублей. Здесь 5 килограммов. Вот цены, смотрите. Видите, да? 39 рублей, если брать 900-граммовую упаковку. 39 рублей 10 копеек сахар. Так, соль 6 рублей, 8 рублей. Так, а интересно, а где замороженные овощи? Так, мясо, ребра, вот цены. Так, грудка 183 рубля цена. Так, и тушка курица 157 рублей, но это, наверное, акашево.